В Государственной службе чрезвычайной ситуации опубликовали фото пожара в торговом центре города Кременчуга Полтавской области в результате российской ракетной атаки. По их данным, площадь пожара в здании составляет 10 300 квадратных метров. Погибли 2 человека и травмированы 20 человек. Это на данную минуту. Информация вообще уточняется. То есть еще неизвестно точное количество человек, которые травмированы или погибли. К тушению привлечены 115 человек и 20 единиц техники. К месту пожара следует пожарный поезд Укрзалезницы. Также можете посмотреть все видео, пожары, взрывы, как помогают травмированным людям. У меня на телеграм-канале. Ссылочка ниже видео в описании. Подписывайтесь и смотрите.